дороги улиц Иваново. Красотень. Снегопад снова застал коммунальщиков врасплох. За ночь в Ивановской области выпало около 20 сантиметров осадков. Потому рабочий день в региональном правительстве губернатор решил начать с оперативного совещания. О ситуации на областных трассах отчитался руководитель дорожного департамента. По его словам, техника приступила к очистке дорог с 3 до 5 часов утра. Всего к уборке снега в регионе привлекли 288 единиц техники. По состоянию на 10 часов жалоб на автомобильные дороги регионального муниципального значения в дежурную службу поступали, но они носят локальный характер. Мы принимаем сразу меры необходимые. В департаменте работает штаб, который был еще определен до первых снегопадов, и эту работу продолжаем. Планируем работать также в субботу и воскресенье. В областном центре, по словам мэра, ситуация сложная, но не критичная. На городских улицах с самого утра работает 25 единиц снегоуборочной техники. Вывезено за ночь 5500 кубометров снега, это больше, чем в любой другой день. Прометены основные улицы, подсыпаны даже некоторые два раза. Но не успели, конечно, до 6 утра, до начала автомобильного трафика интенсивного. Тяжелее, чем автомобилистам, пришлось пешеходам. Несмотря на то, что, по словам градоначальника, к ручной уборке тротуаров привлечены 3 бригады рабочих, по 7 человек в каждой и 9 тракторов, большинство пешеходных дорожек оказались труднопроходимыми. Такая же ситуация и во многих дворах. Коллеги, понятно, что все свои резервы вы задействовали. Другое дело, что, на мой взгляд, этого сегодня недостаточно, потому что уже снег-то сгребать некуда, по большому счету. У нас с вами сузились улицы. Вот у нас катастрофическая ситуация на дворовых территориях. Вот. Я вот сейчас вот специально проехал, посмотрел. Люди не могут выехать со дворов, не могут въехать во дворы. Поэтому я объявляю особую ситуацию на эти выходные дни. Выходные у чиновников и коммунальных служб отменяются. В круглосуточном режиме губернатор поручил следить за ситуацией не только на региональных трассах, но и сконцентрировать внимание на городах. Управляющей компании, уборка дворов совместно с городом, да, значит, нацелить всех на это дело и выходные дни непрерывно контролировать этот процесс, не доверяя никому и ничего. Значит, Стан Валентинович, надо будет поработать с субъектами экономики для выделения техники, потому что сейчас очистятся все сами от снега в распоряжении штаба Сергея Витальевича и Светоч. Самое главное их организовать. Смотрите любые варианты, или закрепляете какие-то территории улицы, или совместно с городом их распределяете. Главное, по словам главы региона, вывозить снег, а не просто сгребать его. Многие улицы из-за сугробов сузились до одной полосы. Губернатор также предложил привлечь к уборке снега в выходные дни общественные и политические движения, чтобы помочь региону не только словом, но и делом. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.